Итак, еще раз представлюсь. Меня зовут Прокопенко Мария, партнер IT-компании Global Intellect Service. Вхожу в совет директоров компании GIS и также в члены департамента внедрения и продаж нашего волшебного продукта UDS. Собственно, мой опыт – это более 50 реализованных лично лицензий и более 30 сфер внедрения UDS. Большой, так скажем, да, уже бэкграунд в внедрении. И сегодня я в качестве модератора презентуем вам проект сегодня новый и также расскажем вам о том, как лайт-версия позволит вам выйти на хороший пассивный ежемесячный доход, как ее конвертировать в PRO, как ее использовать в своем бизнесе в партнерстве с GIS на 100%, какие 7 ключевых инструментов в лайт-версии помогут предпринимателю получить хороший профит в своем бизнесе. И об этом и о многом другом будут сегодня рассказывать учредители компании 1М-сервис. Это Петр Беляев и Андрей Прокопенко. А я начну с того, что дам небольшую информацию о том, что такое компания 1М-сервис. И чтобы у вас было более емкое представление о том, как также компания 1М-сервис может помочь вам в максимальном захвате рынка на данный момент с нашим софтом. 1М-сервис, да, это первый маркетинговый сервис, то есть это компания, холдинг, которая на данный момент занимается решением IT-задач именно в бизнесах малого и среднего бизнеса. У нас в компании есть оцифровка различных бизнес-процессов, маркетинговых, а также финансовая оцифровка процессов, SMM-специалисты, дизайнеры, специалисты по внедрению и сопровождению GIS с огромным опытом. И миссия нашей компании – это увеличение количества довольных клиентов через качественное внедрение и сопровождение инструментов UDS. И также для вас это экономия времени на внедрении и сопровождении ваших клиентов. И сегодня, сейчас, да, я хочу представить следующего спикера, который расскажет как раз-таки, какие ключевые инструменты есть в лайт-версии, которые вы можете использовать для эффективного захвата рынка, и как на пассиве заработать в ближайшее время от 1000 долларов на абонентских платежах, возможно, даже до 8000 долларов и выше. Сейчас нам об этом расскажет следующий спикер. А далее у нас будет блок, какие кейсы есть по работе лайт-версии, какой профит дает лайт и насколько быстро лайт можно перевести в PRO. Вот сейчас поэтому я хочу представить следующего спикера. Прокопенко Андрей, сооснователь 1М-сервис и также партнер компании, входит в совет директоров компании Global Intellect Service, член департамента внедрения и продаж. В прошлом огромный опыт управления и предпринимательства, также управление 17 городами франшизами компании 2GIS. И на данный момент у него партнерская сеть в 15 городах. Сейчас пока приглашаю Прокопенко Андрея, он пока подключается, скажу вам о том, что еще сегодня в конце вебинара мы дадим классный файл, это инструмент по продажам, поэтому обязательно с вами еще встретимся в завершении вебинара, а сейчас передаю слово Андрею. Да, Мария, спасибо огромное. Друзья, поставьте, пожалуйста, как меня слышно, как меня видно, все ли хорошо. Да, Валерий, привет, привет. Значит, супер, меня слышно, видно, это замечательно. Так, секунду, я запущу сейчас презентацию. Угу, отлично. Я думаю, что всем видно хорошо, слышно меня хорошо. Рад вас всех приветствовать, что сегодня вы уделяете время нашей информации. Почему? Потому что вот если говорить про продукт, да, то на сегодняшний день наш продукт, он настолько уникален, и лайт-версия, и про-версия, да, и при качественном взаимодействии продукта клиента и клиента-клиента, да, нашего пользователя, UDS показывает отличные результаты, да. После меня будет выступать Петя Беляев и будет рассказывать именно о кейсах, показывать примеры, как даже лайт-версия показывает высочайшие результаты и приносит огромный профит в компании, которые размещаются на лайт-версии у нас.
Моя, наверное, основная мысль, которую хотелось бы донести созданием такого проекта, мы очень тщательно, наверное, подошли к анализу именно лайт-версии. С Петром мы сидели и прям смотрели, какие прямые финансовые выгоды несет применение лайт-версии клиенту, да, нашему предпринимателю, с кем мы работаем, какие финансовые выгоды лайт-версия несет партнеру компании, да, то есть нам с вами, как мы можем здесь выстраивать бизнес и как мы можем на этом зарабатывать, какие профиты получать. И после глубокого анализа вот есть четкая картинка понимания, как благодаря лайт-версии мы можем с вами захватить определенную нишу рынка, и не только, да, рынка России, там, стран СНГ, выходить на зарубежные площадки, и что для этого необходимо делать. Но для того, чтобы нам с вами было проще, было легче все это запускать, есть компания 1М Service, которая помогает внедрять именно лайт-версии в бизнесы. Соответственно, что же, чем же примечательна вообще лайт-версия? И какие цели с помощью ней мы хотим закрыть, да? В первую очередь, это, конечно же, большое количество компаний на площадке. У нас цель амбициозная, очень агрессивная, 100 тысяч компаний на платформе. И лайт-версия – это как лид-магнит, да, то есть попадая на нашу платформу с лайт-версией, у предпринимателя при качественном сопровождении, внедрении складывается великолепное, да, впечатление о результатах нашего софта, и, соответственно, он готов переходить спокойно на Pro. То есть первоочередная задача – это большое количество клиентов. Второй момент – это история, более 80% клиентов остаются на площадке, они у нас не уходят, ну, если только естественным путем, не знаю, там компания закрылась, бизнес продался, что-то вот произошло с историей, может быть, там, возможной пандемии, да, ну, короче говоря, ушли только естественным путем. Ключевая задача, чтобы наши клиенты всегда оставались с нами. И более 40% клиентов переходили с тарифа Light, конечно же, на аренду, да, тарифа Pro, либо полный выкуп. Опять же, одна из задач внедрения, да, со стороны нашей компании – это конвертация Light-тарифа в Pro-версию. Третий момент – это упрощение продаж и внедрение продукта для партнерской сети. То есть какую цель мы ставим, чтобы вы как партнеры, да, ну, не задумывались о внедрении продукта, да, задумывались только, кому передать внедрение. Да, у нас сейчас компаний по внедрению достаточное количество. Да, у нас есть лаборатория эволюционных решений, у нас есть UDS Club, у нас теперь появляется 1М сервис, который позволяет, да, внедрять в том числе лайт-версии. Поэтому как сейчас сделать качественную лицензию клиента? Проблем нет, да, просто передаем клиентов, их внедряют, их ведут, и после этого еще и клиент конвертируется в партнеры. Четвертая задача – это рост партнерской сети за счет повышения узнаваемости продукта. Так как я был долгое время региональным управляющим компании 2GIS до партнерства с Global Intellect Service, я прям наблюдал опытным путем, что происходит, когда проникновение продукта становится массовым, да, когда он приходит в массы, когда предприниматель, как только открывает свой бизнес, да, он, у него в голове надо подключить 1С, надо подключить 2GIS и надо подключить Инстаграм, да, например, сейчас. Хотелось бы, чтобы с этой же историей было и UDS, да, чтобы у нас с вами через год, через полтора года, когда предприниматель запускает свой бизнес, у него в голове 1С, UDS, ну еще что-то там. 1С, UDS, все. Любой уважающий себя предприниматель, да, тот, который думает о развитии своего бизнеса, он стремится внедрить себе качественные инструменты автоматизации управления своим бизнесом. И пятый момент – легкий вход в партнерство с крупнейшими компаниями по автоматизации бизнес-процессов. То есть это такие компании, как 1С-ка, это такие компании, как 2GIS, ну и так далее, и так далее. Да, вот Александр Лукьянов – прекрасный пример партнерства, да, с компанией МТС-кассы. Вот, в том числе, если мы будем с вами популяризированы настолько, насколько это возможно, да, нам будет легче с вами работать с такими крупными компаниями, нам будет легче предлагать им партнерство, потому что узнаваемость бренда и так уже на высоком уровне, но когда, друзья, у нас с вами будет на площадке там 15, 20, 30 тысяч компаний,
уже вопроса о качественном взаимодействии с такими компаниями, как 1С и так далее, да, его не будет. Вот. Ну, это, опять же, в рамках только России, но у нас, не забывайте, международная арена, на которую мы сейчас только заходим, но у нас уже есть там партнеры, у нас уже есть там кейсы, ничто нам не мешает выстрелить просто в 2021 году вот так резко вверх. Итак, что же дает Light? Почему мы так много уделяем времени Light? Да, как я и говорил, мы с Петром очень качественно проанализировали, но, по моему мнению, качественно проанализировали продукты UDS Light. Что он дает предпринимателю, что он дает партнерской сети с точки зрения дохода. Но понятно, что обязательное условие – это качественное сопровождение и внедрение. Как я и говорил, Петр вам дальше покажет уже кейсы, да, такого качественного сопровождения. Итак, переходим к Light. Что он нам дает? Ну, во-первых, да, это три мобильных приложения. Для микро-малого бизнеса, у тех ребят, которые, например, не могут себе онлайн-кассу позволить, да, пожалуйста, у нас есть UDS-кассир. Фундаментально, да, наш фундамент – это пользовательское приложение UDS, где у нас на сегодняшний день, наверное, уже к 12 миллионам подходит, 20 миллионов, оговорочка такая хорошая. Я думаю, что в феврале уже 20, там, я не знаю, или в марте 20 миллионов будет пользователей. Вот. Но тем не менее, да, сейчас у нас 12 миллионов пользователей мобильного приложения. Собственник бизнеса, покупая на место на площадке UDS, получает свое собственное мобильное приложение. Да? Еще и получает приложение, которое анализирует его бизнес-процессы. UDS Admin. Это очень круто, потому что на сегодняшний день, если вы забьете в интернете проанализировать бизнес-процесс, это, я не знаю, средний чек, выявить скидку, да, какой-то автоматизированный инструмент, эта история тоже отдельно продается. У нас же предприниматель, когда встает на площадку, получает все эти инструменты в одном. Это очень круто, да, мы прямую финансовую выгоду получаем, экономя на создании своих таких инструментов или покупки каких-то сторонних. Второй явный финансовый показатель, который нам помогает сказать, что Light – это круто, это замена пластиковых дисконтных карт на электронные. Мы можем раздать с вами 1000, 2, 5, 10, 15 тысяч этих карт, и при этом наша стоимость, да, не будет увеличиваться. Нам не надо производить постоянно эти пластиковые карты. Как минимум, это уже не тренд, никто не носит их с собой. Как максимум, да, мы получаем финансовую выгоду, раздавая просто электронную ссылку и при этом раскачивая сарафанное радио. Это тоже классно, это прямая выгода клиента, которую он получает. То есть простым расчетом, сколько клиентов, сколько карт надо раздать, мы получаем финансовую выгоду. Онлайн-магазин. Тоже такой классный оффер лайт-версии. Да? Почему? Потому что создание, ну, более или менее адекватного интернет-магазина, все вы знаете, сколько стоит денег. Поэтому, заходя к нам на площадку, клиент не то чтобы получает мобильное приложение, он еще и получает возможность продавать через онлайн-магазин. Да, очень простым способом настраивается у нас с вами интернет-эквайринг, настраивается онлайн-оплата, и, пожалуйста, у нас с вами появляется свой собственный интернет-магазин. Не надо платить за доменное имя, не надо нести затраты какие-то дополнительные, да, на производство. Все, пожалуйста, в админ-панели заполнили, все ушло. По большому счету, да, по статистике, сейчас открытие сайта, да, глубина просмотра страниц 1,1, по-моему. То есть о чем это говорит? Лендинговой страницы компании более чем достаточно для пользователей интернет-покупок. Далее, на четвертый пункт – замена прямых скидок на кэшбэк. Ну, здесь явная экономия, да, когда мы с вами приходим в магазин, стоит товар за 1000 рублей, если мы просим скидку 10%, в кассу попадает предпринимателю 900. Если же это кэшбэк, то 1000 рублей попадает в кассу, на следующую покупку 100 рублей начисляется. Очень крутой инструмент, сейчас все практически компании переходят на кэшбэк-систему, потому что это выгодно, потому что это возвращаемость клиента, потому что это лояльность. Скидку отдал, отдали клиенту, клиент про нас забыл. Кэшбэк дали на следующую покупку, клиент про нас постоянно помнит, потому что мы еще с ним коммуницируем через мобильное приложение. Выявление мошеннических операций, да, все вы знаете, что в UDS есть возможность отследить мошенническую, скажем так, активность, да, со стороны как клиентов, так и персонал.
Я не буду сейчас углубляться в эту функцию, но могу сказать, что на примере одного из моих клиентов мы обнаружили кражу за год в одном магазине, это сеть магазинов, 5 магазинов, на 8 миллионов рублей благодаря системе UDS. Только вдумайтесь, благодаря системе UDS мы обнаружили кражу на 8 миллионов рублей в одном магазине. Как это происходило? Ну, понятно, там мошенничество со скидками, проведение на левые карты, пластиковые и так далее. Суть сейчас не в этом, да, суть в том, что мы обнаружили эту историю. Если бы не было UDS, вот представьте себе, каждый год из бизнеса только в одном магазине 8 миллионов уходит. Кросс-маркетинг. Тоже крутая история, когда мы можем обмениваться с вами клиентами, да, то есть предприниматель А обменивается с предпринимателем Б, никто никому ничего не платит, а целевая аудитория остается, ну, в орбите лояльных предпринимателей к своим клиентам, потому что, ну, вот за все время партнерства с компанией, сколько у меня клиентов, да, у меня клиенты в 22 регионах, я четко отследил историю того, чем лояльнее предприниматель к своим клиентам, тем качественнее он бизнес выстраивает. И вот такие чаще всего предприниматели у нас на площадке и находятся, которые в сторону своего клиента очень лояльны. Поэтому, когда мы делаем кросс-маркетинг, я по умолчанию доверяю этой компании, которая мне рекомендует, потому что я знаю их лояльность ко мне как клиенту. Ну и готовые интеграционные модули. Да, нам не нужно в большинстве случаев систем учетных писать дополнительные какие-то модули. У нас уже все автоматизировано. Пожалуйста, делаем интеграцию с системой учета, работает система учета, система лояльности. Все получают профиты. Вот, соответственно, друзья, это 7 ключевых выгод для бизнеса от лайт-версии UDS, которые ведут к прямой экономии, а соответственно зарабатыванию денег с помощью UDS. Да? 3 мобильных приложения, экономим на мобильном решении. Замена пластиковых карт, прямая выгода, да, не производим пластиковые карты. Онлайн-магазин, не нужно создавать и платить за онлайн-магазин. Замена прямых скидок, явная выгода, которая есть. Выявление мошеннических операций, то же самое. Кросс-маркетинг и готовые интеграции. Вот это 7 ключевых выгод лайт от бизнеса UDS. Вот, это что касается именно плюсов для предпринимателя, да, какие плюшки получает предприниматель. Что же с вами получаем мы как партнеры компании, когда реализуем лайт лицензии? Ну, во-первых, если мы с вами работаем, скажем так, на долгосрочную перспективу, да, мы хотим с вами очень большой доход там, с абонентских плат и так далее, но мы с вами не хотим заморачиваться внедрением продукта, да, там, особенно Light, да, на сегодняшний день есть мы, как компания, которая поможет вам настроить Light, которая поможет вам запустить Light, сопровождать Light так, чтобы один раз у вас купил клиент, и он вам оплачивал постоянно, вы зарабатывали, да, на бизнесе абонентских плат. И в этой истории у нас существует 2 сценария. Откуда мы взяли 2 эти сценария? Опять же, из практики, которую мы видим на сегодняшний день. Сценарий номер 1. Лайт-версия приобретается предпринимателем, причем лайт продается легко. Не надо усложнять, не надо идти предпринимателю, рассказывать о всем инструментарии. Да? Это просто рекомендация. На тебе ссылку, он подключается по ссылке. Вы нам передаете клиента в 1М-сервис, мы уже работаем с ним по заполнению консоли, мы уже работаем с ним по, ну, скажем так, повышению лояльности к нашему сервису. Основная ключевая цель, чтобы Light в этом сценарии Light перешел в Pro, ну, а Pro уже, понятно, там, в партнерку. Из моей практики можно продавать не менее 1 Light в день. Но, опять же, это не полная встреча. Но когда мы с вами, как партнеры, да, давайте признаемся перед собой честно, мы идем к предпринимателю, мы ему сразу продаем проверсию, потому что это большой доход, и потом начинается у нас 1, 2, 3, 5 встреч, мы что-то ему скидываем, тратим кучу времени. Друзья, лайт-версия 15 минут. Я, кстати, вам приоткрою завесу тайны, в конце Мария вам сбросит именно формат, который поможет вам как можно больше лайт-версий продавать. Ну, это уже не говорю о том, что когда Петр сейчас будет показывать кейсы, вы увидите, насколько лайт-версия рабочая история. Вот, лайт-версия продается 15-20 минут. Короткий сценарий вопросов, короткий сценарий ответов, сбрасывается ссылка, клиент оплачивает, все, лайт-версию передаем на внедрение. Но здесь ключевой момент, да, друзья, если мы с вами качественно запускаем лайт,
с помощью тем более профессионалов, то тогда у нас с вами конверсия намного, конечно же, выше. Конверсия с точки зрения, что клиент остается на площадке, он дальше платит, мы с вами получаем деньги. Сценарий номер два. Это когда у нас лайт про не перешел, партнер не перешел. Ну, представим себе маленький бизнес там одного человека. Возможно, ему про версия не нужна. Сценарий номер два. Продается лайт. По большому счету, это бизнес абонентских плат. Чем больше лайт мы с вами реализовали, тем больше абонентских плат по 10 долларов мы с вами получаем. Да, при некоторых историях еще и 11. Ну вот, соответственно, но это опять же, да, при условии того, что мы качественно ведем клиента. Поэтому, друзья, наша задача в коллаборации с вами – это качественно внедрить, запустить лайт-версию, чтобы клиент постоянно был на площадке, он с площадки не уходил, и он оплачивал абонентскую плату. Математика банально проста. Вот представьте себе, да, при условии, да, ключевой момент, что мы идем к клиенту, сразу скидываем лайт, легко задаем вопросы, отвечаем на эти запросы, показываем выгоды от использования лайт-версии. Что у нас происходит? За 4 месяца мы с вами раскидали таким образом 100 лайтов. С каждого лайта мы получаем с вами 10 долларов ежемесячно. Через 4 месяца наш пассивный доход, ну не пассивный доход, неправильно, да, доход с абонентских плат может составлять 1000 долларов в месяц. Крутая история, по моему мнению. Почему? Потому что, чтобы сейчас мне заработать там 1000 долларов, это примерно по курсу 76 тысяч рублей, это надо купить квартиру в Москве лямов за 15, да, сдавать ее, и то не факт, что 75 тысяч я буду получать, потому что там расходы и так далее, и так далее, и так далее. Здесь, пораскидывая лайт-версии, знаете, как я называю, у меня такой, есть как-то правильно, слоган, я не знаю, продавай лайты, да, на лайте. Продавай лайты на лайте. Это круто. Когда ты реально проводишь встречу 15 минут, скидываешь ссылку на лайт-версию, он регистрируется, мы вместе с ним запускаемся, мы качественно делаем историю запуска и заполнения UDS. Все, клиент доволен. Но дальше из кейсов вы будете видеть, да, какие результаты и к чему они приводят, использование лайт-версии. Итак, друзья, в общем-то, вот такая простая арифметика с точки зрения лайт. Но еще давайте задумаемся. 4 месяца у нас клиент пользуется лайтами, да? Мы получаем с вами 1000 долларов в месяц доход. Представим, что хотя бы 30%, а это точно будет такая конверсия, 30% у нас с вами переходит на аренду. Это 30 лицензий. На аренде умножаем на 80 долларов доход. Ну, не на 80, в среднем, да, получается, ну, пускай будет 60. 30 на 60 – это дополнительно 1800 долларов в месяц дохода на абонентских платах. Какова вероятность, что у нас клиенты перейдут на аренду? Сейчас Петр Беляев вам покажет, исходя из кейсов, исходя из практики, какие бизнесы переходят у нас, при каких условиях они это делают и почему они это делают – это самый главный вопрос. Друзья, у меня на данном этапе все. Я передаю слово Петру Беляеву, моему компаньону, да, в компании 1М-сервис. Извините там, за масло масляное. Петр поделится сейчас кейсами внедрения лайта, перехода лайта на про, перехода лайта на аренды, какой профит получает предприниматель, какой профит получают партнеры. Очень интересная история. Почему? Потому что кейсы все разные мы выбрали. Соответственно, Петр, передаю тебе слово, я отключаюсь, всем хорошего дня и по одному лайту каждый день. Все, друзья, пока. Андрей, я благодарю тебя за представление. Друзья, меня зовут Петр Беляев, да, кратко скажу о себе. Я партнер Global Intellect Service, на сегодня вхожу в департамент внедрения сервиса UDS, являюсь основателем и директором консалтинговой компании для бизнеса Essential. И, как уже сказал Андрей, мы соучредители маркетинговой компании 1М-сервис. При этом у меня есть клиенты на сопровождении, партнеры в 6 регионах Российской Федерации и в 2 странах.
Так, друзья, действительно, да, как сказал Андрей, мы сидели и в буквальном смысле штурмили. Да, мы разбирались, чем тариф Light может, знаете, даже не то чтобы тариф Light, а вот у компании есть такая цель, как 100 тысяч клиентов на площадке, да, и мы думали, как мы можем помочь компании решить эту задачу, да, сделать свой вклад, каким образом мы можем здесь сделать, скажем так, выгоды приобретения для партнерской сети в целом, для каждого отдельного партнера. Как мы сами можем, да, здесь реализовать свои скиллы какие-то. И у нас возникла идея, что тариф Light – это ключевая версия CDS, а это полноценный продукт, который востребован на рынке. Мы прям начали разбираться. Сидели, мы разбирались, значит, какие конкретно функции, да, напрямую ведут к выгодам. Вот о чем сейчас подробно рассказал Андрей. И мы, знаете, у нас были предположения, что те или иные функции могут очень круто работать. И каково же было наше, знаете, ну, ликование, когда мы на практике удостоверились, что это действительно так. И, собственно, об этом я хочу вам сейчас рассказать. Такая у меня задача. Я вам покажу то, что, о чем сейчас рассказывал Андрей, да, о тарифе Light, как это на практике работает, да, уже проверено, так сказать. Итак, друзья, кейсы. Кейсы. Смотрите, кейс номер один. Студия авторской студия авторской флористики «Фаворит». Компания подключилась на Light 4 августа 2020 года. Срок использования 4 месяца. За это время, сопровождая компанию, мы совместно с предпринимателем выдали 678 электронных бонусных карт. Какой составил профит от использования Light? Смотрите, сэкономлено на отказе от пластиковых карт 10 170 рублей. Замена прямой скидки на кэшбэк принесла предпринимателю 10 956 рублей. Фактическая скидка уменьшилась с 15 до 8%. Обратите внимание, как, скажем так, устойчиво, да, и как динамично рос средний чек. Вы сейчас видите, да, раскладку август, сентябрь, октябрь. До декабря месяца средний чек увеличился на 42%, и это дополнительно принесло в кассу предпринимателю 52 491 рубль. Смотрите, суммарный экономический эффект от UDS Light при сопровождении нашим 1М-сервисом за 4 месяца превысил 73 тысячи рублей. Да? И сейчас предприниматель, пока что оставаясь на тарифе Light, уже, скажем так, смотрит в сторону апгрейда на полный функционал, на тариф Pro. Дальше. Да, за счет чего растет чек? Ну, обычно это работает простой принцип, друзья. Смотрите, клиент видит баллы на своем счете, и он либо более дорогой товар покупает, либо в большем количестве. Да, приведу, скажем так, простой пример. Приходит человек в магазин покупать батарейки, есть дорогие, есть дешевые, разницу можно покрыть баллами. Какие батарейки купит покупатель, да, вероятнее всего, дорогие. Вот. И так это работает абсолютно в различных сферах бизнеса. Причем обратите внимание, друзья, наши кейсы, они абсолютно различных сфер. Итак, кейс 2. Студия депиляции слепого шуга. Компания подключилась на Light 9 июня 2020 года, использовала Light в течение 2 месяцев. И за это время выдано 50 электронных бонусных карт. Что примечательно, 78% оцифрованных клиентов совершили хотя бы одну покупку. Профит от использования Light сэкономлено на отказе от пластиковых карт 1335 рублей. Замена прямой скидки на кэшбэк принесла 11 929 рублей. Фактическая скидка уменьшилась с 8% до 1,5%. Причем, друзья, обратите внимание, да, когда предприниматель переходит с прямой скидки на кэшбэк, по сути, да, он весь денежный поток, который проходил мимо его кассы в случае прямой скидки, теперь он конвертирует баллы, и для покупателя 1000 баллов, например, и 1000 рублей – это одно и то же. А предприниматель же отдает товар по себестоимости, поэтому фактическая скидка, она еще ниже, чем то, что отображается в админ-панели UDS. Да? В данном конкретном случае фактическая скидка уменьшилась до 1,5%, и прирост покупок через рекомендации
составил 90 800 рублей. Друзья, то есть смотрите, как круто. На тарифе Light у нас отсутствует финансовое вознаграждение от передачи электронных бонусных карт по реферальной системе. Однако мы, тесно работая с предпринимателем, давали рекомендации. Предприниматель тоже, скажем так, рассказывал сама лично через свой персонал клиенту и просто-напросто просила рекомендовать. И вот смотрите, какой крутой результат. 90 800 рублей через рекомендации на тарифе Light. Чуть-чуть подрос средний чек и суммарный экономический эффект от Light за 2 месяца более 103 000 рублей. При затратах на UDS Light 4 600 рублей. Компания перешла на аренду ПРО, да, предприниматель, видя такие результаты, естественно, загорелась и перешла на тариф аренду. Это случилось 9 августа 2020 года. И, собственно, дальше вы видите дальнейший профит от использования UDS. Он расписан. Суммарный экономический эффект от UDS за 7 месяцев составил 290 тысяч рублей. Вот. Друзья, кому интересно, считывайте промокод, добавляйтесь в клиентскую базу компании. Двигаемся дальше. Кейс 3. Смотрите, уже другая сфера, это другой регион, это город Оренбург. Автомагазин и станция техобслуживания 3 авто. Компания подключилась на Light 29 июня 2020 года. Срок использования Light 5 месяцев. За время использования Light выдано 504 электронные бонусные карты. И здесь мы тоже, да, скажем так, очень тесно и точечно работали с предпринимателем. Давали свои рекомендации. И профит от использования Light следующий. Сэкономлено на отказе от пластиковых карт 7 560 рублей. Замена прямой скидки на кэшбэк принесла 19 571 рубль. Фактическая скидка уменьшилась с 10% до 3%. Средний чек с июля по ноябрь вырос на 68% и составил чуть более 1300 рублей. Это дополнительно принесло в кассу 206 тысяч рублей. Вот, друзья, глядя на эти цифры, мы искренне радовались, да, и ликовали, что наши предположения относительно тарифа Light действительно на практике оправдали себя. Да? То есть то, что мы предполагали, действительно на практике работает. И Light – это не тариф с каким-то усеченным функционалом, который можно предлагать как, знаете, некий последний маневр, когда уже предприниматель ничего не купил. А Light – это вполне себе самостоятельный хороший продукт, лид-магнит, как его справедливо назвал Андрей, да, и который действительно работает. И, естественно, в виде первых результатов предприниматель в руках профессионала, да, при нашем сопровождении переходит на тариф ПРО. Что, в общем-то, и произошло. Смотрите, получив на Light более 233 тысяч рублей, при затратах всего 11 250 рублей, компания выкупила лицензию, при том, что у компании три точки продаж. Да, и на сегодня... С начала месяца, 2 декабря, если быть точным, через 5 месяцев использования Light компания уже на тарифе Pro и использует весь функционал. Суммарный экономический эффект от UDS за 6 месяцев составил 288 тысяч. Количество уровней рекомендаций, обратите внимание, 5. Замена прямой скидки на кэшбэк сэкономила предпринимателю почти что 50 тысяч. И от нашего, скажем так, сотрудничества компания была очень удовлетворена. Предприниматель, перейдя на тариф ПРО, приобрел комплексное внедрение UDS под ключ от нашей компании сроком на 3 месяца. И сейчас мы продолжаем сотрудничество. Очень крутой кейс, не так ли? Двигаемся дальше. Кейс номер 4. Смотрите, магазин брендовой одежды «Дом мод». Город Мурманск. Компания подключилась на Light 3 июня 2020 года. Срок использования Light 5 месяцев. И за это время выдано 473 электронные бонусные карты. 67% совершили хотя бы одну покупку. Профит от использования Light. Ребят, смотрите на цифры. Крутейшие результаты. Сэкономлено на отказе от пластика более 7 тысяч. Замена прямой скидки на кэшбэк. 198 тысяч с хвостиком. Фактическая скидка уменьшилась с 5% до 1%. Прирост покупок через рекомендации, опять же, да, в отсутствии финансовой мотивации для клиентов, предприниматель через персонал доносил эту идею, что можно рекомендовать, показывали как. И, собственно, просили это делать своих клиентов.
лояльны. И это принесло дополнительно 146 тысяч с хвостиком за 5 месяцев на тарифе Light. Рост среднего чека составил 30%. Вы видите цифры сейчас. То есть устойчиво, динамично средний чек рос. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. И это дополнительно принесло в кассу, друзья, смотрите на цифру, 1 134 000 рублей. А суммарный экономический эффект от Light за 5 месяцев 1 486 000 при затратах на EDS Light 11 250 рублей. Вот такой крутой результат. И глядя на эти цифры, мы в прямом смысле слова влюбились в тариф Light. Смотрите, что произошло дальше. Предприниматель выкупил лицензию за $900 и перешла на тариф Pro 10 ноября 2020 года. Открыто на сегодня 5 уровней рекомендаций. И смотрите, далее предприниматель, видя весь профит и также понимая свои выгоды, а предприниматель денежки умеет считать, перешла на годовую подписку совсем недавно, 25 декабря 2020 года, и бонусом получила от компании рекламный баннер. Это функция, которая сейчас тестируется на неделю бесплатно, что опять же дополнительные деньги. И суммарный экономический эффект UDS за 7 месяцев превысил 1 585 000 рублей. Да? Друзья, более 1,5 миллиона рублей за 7 месяцев. Очень крутой результат. И смотрите, какие различные сценарии развития событий. То есть первый кейс — предприниматель пока еще на Light, но уже с хорошим профитом. Второй кейс — предприниматель, получив выгоды на Light, перешла на тариф аренду. Вот. Ну и понятно, чем это все закончится, при дальнейшем сопровождении 1М-сервис. Третий кейс — предприниматель, собственно, выкупила лицензию, взяла профессиональное внедрение. И четвертый кейс — предприниматель, компания выкупила лицензию, оформила годовую подписку и, в общем-то, еще получила рекламный баннер. Вот, крутейшие кейсы, друзья, считывайте QR-коды, добавляйтесь, если хотите посмотреть подробнее компании. Это не все примеры, ребята, смотрите, есть еще примеры, и, собственно, они были представлены на Кейсариуме, на котором, в частности, один из спикеров была Мария. Первый спикер — Мария Прокопенко, и презентовала очень крутой кейс. И среди 6 кейсов, которые были на этом Кейсариуме, на 9-м, были в том числе крутейшие кейсы с использованием тарифа Light. Можете считать QR-код, попадете на канал компании на YouTube UDS «Отзывы предпринимателей», посмотрите кейсы. Очень рекомендую это сделать, действительно хорошие результаты. Ребят, я заканчиваю, то есть еще раз смотрите, мы продаваем тариф Light, на самом деле его даже не продаем, мы просто помогаем предпринимателю разобраться. Вот, и отдавая на внедрение 1М-сервис, вы будете уверены, что один из двух сценариев реализовывается. Либо это долгосрочный источник вашего пассивного дохода, о чем подробно рассказал Андрей, либо это конвертация в протариф, это вопрос времени. И сейчас я передаю слово Марии Прокопенко. Мария расскажет, как взаимодействовать с компанией 1М-сервис, собственно, как сотрудничать и как добавиться к нам, как выходить на связь. И также в конце будет небольшой сюрприз о том, как, собственно, то, что мы рассказываем, на практике очень просто и легко реализовывалось. Друзья, я заканчиваю. Благодарю за внимание. И, Мария, я передаю тебе слово. Спасибо большое, Петр. Эти кейсы, которые сегодня сейчас ты презентовал, они реально отражают, насколько качественно, круто может сработать Light-версия и за какой период действительно, по итогу ее можно апгрейдить либо в аренду, либо в Pro, с продажей годовой абонентской платы, а впоследствии, возможно, также, с конвертацией в партнерскую программу. Друзья, вижу ваши вопросы. У нас сейчас будет время для разбора по вопросам, но сначала как раз я расскажу про дорожную карту.
Смотрите, компания 1М-сервис, компания, которая сопровождает лайт-лицензии, лайт-версии. Я знаю, насколько, да, за мой длительный опыт продаж, реализации разных лицензий, я знаю, как я, да, реагировала на то, что зачем мне лайт, когда я могу продать про. Я даже на встречах про лайт не рассказывала. Согласитесь, если вы делаете так же, когда вы хотите продать про-версию предпринимателю, вы понимаете, насколько она крутая, вы, в принципе, даже о лайте обычно не рассказываете. И на данный момент, с учетом, да, всего опыта и анализа, я поняла, когда есть у меня кейсы лайта, которые просто подключаются, когда я их не продаю, а просто рекомендую, говорю, попробуй лайт, оцифруй клиентскую базу, а потом со временем мы уже анализируем, да, вот эти цифры, которые сейчас Петр показал вам, мы видим, когда на лайт-версии клиент получает профит, и сами понимаем о том, что нифига себе, лайт как бы дает именно прирост в бизнесе финансовые прибыли за счет экономии, за счет увеличения, за счет того, что в принципе есть возможность рекомендовать и оцифровывать клиентов. Вот, круто, да, и Оксана пишет, что тоже словила инсайты после цифр. Действительно, лайт помогает, а самое главное, смотрите, к чему я пришла, да, для меня всегда было самым важным это быстрый захват рынка. Я понимаю то, что сейчас, знаете, как когда-то 1С, она захватила половину там, да, рынка своим сервисом, и также сейчас мы можем захватить просто большой кусок пирога, так скажем, и кто это сделает из партнеров, тот и молодец, поэтому я вам также рекомендую принять участие в этом разделе, да, рынка бизнесов, малых, средних бизнесов и микробизнесов, да, в том числе, кому подходит идеально лайт, и подключить их лично, да, подключить и просто рекомендовать им лайт-тариф, потому что на моей практике лайт продается просто через рекомендацию, то есть просто отсылается ссылка, даже не нужно проводить встречу с предпринимателем. Есть те компании, с которыми я даже не выходила на видеосвязь. Я просто отправила ссылку. Предприниматель разобрался, посмотрел, сказал о том, что так, интересно, что мне это даст. Дальше мы скидываем информацию о том, что это даст. Какую информацию скидывать, скажу сейчас по окончанию вебинара. И далее после этого у нас, смотрите, какая дорожная карта идеальная. После подключения лайт-версии очень важно предпринимателю помочь с этой лайт-версией разобраться, и здесь вам в помощь 1М-сервис. Вы просто передаете клиента на сопровождение, и что вы по итогу получаете, как уже сказал Андрей Прокопенко, да, получаете довольного клиента и потенциального партнера, который впоследствии переходит, как мы уже видели, либо на аренду, либо на полную покупку про лицензии, соответственно, либо просто, да, возможно, он останется на лайте, если ему достаточно этого функционала, но будет на долгосрочных абонентских платежах. И самое главное вам, да, то есть здесь вот такой процесс работы, такие этапы, что, друзья, компания 1М-сервис – это компания по сопровождению и запуску лайт-версии. Как мы работаем? Значит, первое сначала – это, конечно же, еще раз вернусь сюда. Первое – это вы делаете подключение лайта, то есть через рекомендацию, через ссылку, через, там, возможно, вы встречу с клиентом онлайн проводите, даже не обязательно там, да, встречаться с предпринимателем, вы просто даете ему инструмент, даете ему функционал и также список, там, да, возможно, из 7 ключевых функций, которые дает лайт-версия бизнесу. После того, как предприниматель лайт-версию у вас оплачивает, вы уже передаете клиента на сопровождение нам. Мы не дежурные внедренцы, хотя мы, кстати, входим, да, в компанию также как дежурные внедренцы, но в компании 1М-сервис она не осуществляет за вас продажи лайта, потому что действительно лайт не нужно продавать, его можно просто рекомендовать. И при подключении у нас вход всего $30, это 2300 рублей в месяц. После этого я сейчас, да, вам тоже это рекомендую сделать. Вы подключаетесь к компании 1М-сервис. Вот QR-код компании в UDS. Вы подключаетесь к компании. Как вы передаете компанию Light, ваш новый Light, который вы только что, да, реализовали, вы его сразу же предпринимателю рекомендуете 1М-сервис как компания по качественному сопровождению лайта своему предпринимателю, именно через UDS кидаете ссылку. Что это дает? Во-первых, вы адепты UDS, вы сами пользуетесь продуктом, вы рекомендацию на какую-то компанию даете, не просто скинув номер телефона или не просто скинув там контакт в Инстаграме, например, да,
а вы именно отправляете ссылку через UDS. Это тоже такой ключевой момент, который для предпринимателя важен. Ага, даже вот, да, мой, так скажем, партнер по UDS отправляет мне, ну, да, человек, который вам реализовал UDS, передает мне ссылочку через UDS на рекомендацию компании по сопровождению и запуску. Значит, вы рекомендуете компанию 1М-сервис как качественная промо на компанию, да, и ссылка рекомендации. И далее вы нам пишете либо в сообщение в UDS, в 1М-сервис, либо нам в личку можете написать, да, кому-то из нас, имя вашего клиента, номер телефона, сфера бизнеса. Все. Таким образом мы связываемся сами с вашим предпринимателем и предлагаем бесплатную консультацию по запуску лицензии на лайт-версии. Все. 1, 2, 3. Подключиться можете уже сейчас, останется только 2 пункта, да, 2 и 3. Порекомендовать 1М-сервис и скинуть нам контакт предпринимателя. Не нужно состыковывать нас, знакомить лично, не нужно продавать наше сопровождение, не нужно этого делать, стоит только сделать качественное промо и рекомендацию. Вот таким образом мы осуществляем, получается, подключаем компанию на сопровождение в 1М-сервис, и таким образом вы закрываете свою ключевую задачу в течение одного дня, легко подключая, легко рекомендуя лайт-версию вашим предпринимателям. И сейчас для этого очень много есть инструментов обучающих. Вот на днях было обучение от Татьяны Фурсовой, двухдневное, да, где она рассказывала о том, как находить клиентов, где их брать, как выбрать целевую аудиторию, как подключить предпринимателя. И здесь вы можете просто большое количество, так скажем, да, предпринимателей, так скажем, осеять, да, заботой с легким входом, всего 2300 рублей, да, стоимость лайт-версии, где предприниматель подключается, начинает пробовать, пользоваться. А самое главное, что помогает 1М-сервис? 1М-сервис – компания, которая позволит предпринимателю увидеть этот профит, запустить компанию, обучить персонал, сделать качественные тейбл-тенты. И самое главное, предприниматель легко, без какого-то сложного, без каких-то сложностей он увидит о том, что Light работает, Light дает плюс, и далее через 4 месяца, да, соответственно, мы уже предлагаем предпринимателю, даже, да, мы это предлагаем раньше, перейти на Pro, увидеть возможности Pro-версии, которых нет в Light. То есть мы за вас конвертим ваших предпринимателей потом на Pro-лицензию. Друзья, сейчас завершу основной блок и перейдем к вопросам. Для тех, кто у нас сегодня дошел до конца, да, ребят, пишите, пожалуйста, мне в личное сообщение в Инстаграм, подключайтесь, да, в мой Инстаграм, Мария Прокопенко. Я вам отправлю, во-первых, 7 ключевых функции лайт-версии в виде таблицы, где вы с помощью этого таблицы, да, вы видите сами плюсы лайта для бизнеса, которые дают именно профит в деньгах в кассу для предпринимателя. Вы можете подготовиться по этой таблице и легко оперировать, да, этими, так скажем, выгодами при встрече или при там коммуникации через онлайн с предпринимателем. Также я вам отправлю презентацию лайт-версии, которой нет в бэк-офисе. Это презентация функционала лайт. И смотрите, какая ключевая моя рекомендация. Просто предпринимателя подключать, не тратить время на встречу, не продавать сразу про, а просто рекомендовать лайт и отправлять презентацию на лайт. Таким образом, вы действительно сможете ежемесячно подключать ежемесячно подключать до 30 лайтов, да, как минимум по одному лайту в день это сделать легко, просто рассылая и рекомендуя. И после этого вы получаете лайт на лайте, да, вы получаете, соответственно, $1000 на абонентских платах за 30 реализованных лайт-лицензий. Дальше, если все эти у нас 30 лицензий потом апгрейдится на про-тариф или на аренду, то вы уже на аренде, умножаем на 80, получаете хороший доход на абонентских платах пассивно. Стоит только сделать фокус на легкой продаже. Вот такая моя рекомендация. Сейчас я завершу, значит, запись. Хочу всех поблагодарить за сегодняшний вебинар. И перейдем к вопросам.